Всем привет, ребят. Ну что, после нашего читерного роллинга решил я ознакомиться с нашим новым героем, посмотреть на него в действии, что же это все-таки за имба у нас будет, и посмотреть, что там за 5К ограничение. Вот такой вот герой, сейчас посмотрим. Так, отлично. Использовать. Оп. Относится к ритовой фракции. Так, мне еще интересно, добавили его в судьбу походу. Да, в самую последнюю вместе с Минотавром. В следующей обнове, в принципе, оно и будет неплохо. Так, что, поехали, поставим, посмотрим на него. Что же это за имбище у нас? Так, где ты там, друг? Вот так вот. Ну, если сравнивать, посмотрите на количество жизни. Я что тут еще смотреть? Говорю, посмотрите. Давайте немножко его подкачаем. И посмотрим в действии в рейде уже. Очень интересно посмотреть на это. Так. Сейчас немножко просвета. Ну, конечно, тут просвета надо качать на максимум. Тогда будет уже понятно. Это мы попозже сделаем. Но я так подкачаю, чтобы было видно, что все-таки от него ожидать. Так, вот такой вот у него скилл интересный. Ну, смотрится, посмотрите. Реально прикольно смотрится. Мне нравится, как сделали. Интересно очень. Поехали в рейд. Посмотрим на эту имбу. Ну, к критовой фракции относится сразу же. Так, ну что у него ограничения? Дальник. Скорость атаки, как видите, не маленькая. Да, у него ограничение 5К. Это просто жесть будет. Или нет? Как-то быстро слили. Или это на время дается? Непонятно что-то. Смотритель как-то быстро ушатал. Не, все-таки нету. Или это когда он включается? Восьмая жива. Это уже супер. Ну-ка, сейчас почитаю описание. Так. Наносит урон случайным вражеским целям, а мешает урон наносимый в течение секунд. Также имеет... иммун к головокружению, страху. Честно говоря, не знаю. Сейчас посмотрим. Возможно, это ограничение работает у него только когда срабатывает скилл. Так, а ну-ка выпустим его сразу. Да, видите, его сразу же сносят. То есть срабатывает, когда у него есть включенный скилл. Хорошо. Поехали дальше, смотрим. Скорость атаки, видите, какая? Вот Фрей его просто разобрала. Как-то странно, непонятно вообще. Получал он по 5К, сейчас, конечно, дофига получает. Давайте сейчас попробуем. Жалко, я ремку убрал. Было бы с ремкой интересней потестить. Придется нам немножко просвет прокачать для него. Но интересный герой. Восьмая жива, это, конечно, круто. Плюс критовая фракция. Единственное, я хочу еще посмотреть, как он урон все-таки наносит. А, вот так вот, видите? Видели, да? Получается, у него рандомно бьет он по всех целях. Интересно. Прикольно смотрится.
юнитов сносит в первую очередь. Вот по героям начал бить. Ну, урон неплохой, учитывая первый скилл. Урон действительно интересный. То есть он юнитов бьет и героев. Здание, я смотрю, он не трогает. На битве гильдии будет очень-очень интересный. Вот по поводу ограничения как-то я не могу понять, каким образом оно включается. Так, смотритель ударил. Так, смотрим, стрелок. Ну, такое как-то вынесли быстро. Давайте ему питомца поставим. Поменяем сейчас. Даже не так, лучше ангела поставим. Такс, надо забрать плюшки. Интересно, интересно. Но Фрейя убивает. Что же за 5000 ограничения? Это было бы, наверное, очень имбово, если бы у него было ограничение 5. Странно, что что-то у нас 5 получалось. Как-то не могу понять. Но скорость атаки бешеная. Однозначно. И бьет героев. И бьет довольно-таки неплохо. Интересный герой. Думаю, будет очень интересно его с атакующим каким-то талантиком потестить сначала. Еще сейчас вопрос, или он автопрокер. Сейчас придется нам вкачать. Но все-таки просветик. И поставить пятую ремку. Ну, не знаю, мне нравится. Очень-очень-очень интересно. Так. Сейчас мы возьмем Минотавра с собой. Чтобы ускорить это все дело. Так, какие у него статы? Ну, статы, атака у него, в принципе, не маленькая. 160-я у меня есть. 4,5 и жизни тоже немало. Скорость атаки, офигеть. 0,8 получается, вообще супер. Как у Фрейи. То есть скорость атаки у него офигенная. Такс, 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 такс. Сейчас прокачаем просветик. В общем, ребят, ну не знаю, мне лично нравится. Вы уже в комментах напишите, как вам герой. Конечно, мы его будем сейчас скачать и тестить дальше на максималках. Прокачивать, смотреть, пробовать выбить новый талантик. Ну и определиться, что ему подходит. Но действительно, герой интересный. Посмотрим еще, что там за нововведение. Сейчас единственное, я хочу его докачать.
и протестить, уже посмотреть по поводу просвета. Точнее, по поводу включения, как он включается сразу с целью, автопрокер, не автопрокер. Еще вопрос по набору энергии. Но если автопрокер, я думаю, воодушевление ему будет очень интересно посмотреть. В общем, дальше уже определимся. Так. Так, отлично. Десятая звезда. Так, сейчас попробуем найти такую базу, где здания будут далеко. Вот. Да, автопрокер. Или нет? Или это смотритель ударил? Так, кого такого выпустить, чтобы слили быстро его? Да, ребят, все-таки он автопрокер. Прикольненько. Да, думаю, будет интересно его сделать на битву гильдий в деф. Очень интересно. Поставить ему даже то же самое воодушевление. Давайте сейчас попробуем паролить талантики. Может, что-то интересное будет. Рвение падает жестко. Так, бог войны. Давайте ставим бог войны. Ну, ремка нам уже не нужна. Мы рунами собрали. Так. Ожива у него встроенная. Думаю, смотрите, как ремки падают. Тяжелый удар не нужен. Удар жизни. Ну, удар жизни. Такое себе, бог войны. Жесть какая-то. Одни и те же таланты падают. Да уж. Посмотрите на это издевательство. Они просто троллят. Это просто жесть была. Так, ну давайте так вот сейчас с богом войны тестанем.
Вот первый скилл, пока не буду его прокачивать, вот ради интереса с первым скиллом поехали. Ну, сливается, конечно, жестко. Ну, надо докачать будет. Так, давайте еще. Ну, видите, вроде летающий, а все-таки по земле, получается, бегает. Ну, так, такое. Так, давайте по локациям пойдем. В подземках посмотрим. Ну, тут, конечно, юнитов будет фигачить. Ну, не знаю, думаю, на битву гильдии будет интересно на них посмотреть. Так как есть автопрок, это очень интересно. Ну-ка еще на арене тестанем, я уже дальше буду прокачивать. В общем, такой вот герой, не знаю, очень много вопросов есть, но интересно, что-то интересное такое придумали. Такс. Давайте поставим. Полегче. Ну, как-то вот так вот. Надо будет все-таки тестить, смотреть. Качать дальше. Автопрок, это, конечно, круто. Круто то, что дальник, автопрок и жизни, в принципе, немало будет. В общем, вот так вот буду определяться дальше при прокачке. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Как обычно, всем удачи. Всем пока.